Игры. Enter, господа. Итак, ворвавшись в ваши дома в очередной раз, наша рубрика вновь стремится познакомить вас с последними событиями мира компьютерных игр. Похоже, Книга рекордов Гиннесса всерьез решила взяться за область компьютерных развлечений. Игра Command & Conquer была внесена в вышеупомянутую книгу как самая удачная реал-тайм-стратегия. Фирма Sierra Studios объявила о высокой популярности стратегии Цезарь 3. Так, с сентября прошлого года во всем мире было продано более 250 000 копий игры. Но, скорее всего, секрет популярности Цезаря 3 кроется в том, что слишком давно не было игр из жанра Sim, то есть SimCity и компания. И выйдя третий Цезарь после SimCity, продажи были бы намного меньше. По данным игрового сайта GameSpot, десятка самых продаваемых игр выглядит следующим образом. На первом месте Baldur's Gate, на втором Sabella Big Game Hunter 2, на третьем StarCraft Blood Wars, на четвертом Flight Simulator, на пятом небезызвестный Half-Life, на шестом Dear Avenger, на седьмом Combat Flight Simulator, на восьмом Unreal, на девятом Age of Empires и замыкает список Quest Mist. А мы переходим к основной части нашей рубрики. Игра, о которой сегодня пойдет речь, называется Sin, что означает грех. Чем реальная жизнь отличается от комиксов? Очевидно тем, что в реальной жизни оружие делается как можно меньше и компактнее, а в комиксах даже обыкновенный пистолет выглядит как навесное танковое орудие. На эти глубокие мысли подтолкнула меня игра Sin, которую вы сейчас видите на наших экранах. Позволим себе углубиться в неглубокий сюжет этой комиксовой стрелялки. Согласно законам жанра, в основу игры положено противостояние добра и зла. Говоря конкретнее, противостояние могущественной корпорации Синтек и полицейского департамента Hard Cops. Главным действующим лицом в игре является крепкий парень по имени Джон Блейд, что также соответствует законам жанра. Супергерой не может и не должен называться, скажем, Тима Савушкин или Васисуали Мышехвостов. Имя героя должно вселять ужас в сердца и умы плохих парней, быть коротким и хлестким, как выстрел, каким оно и является. Главным отрицательным персонажем в игре выступает глава компании Синтек, дама по имени Алексис Синклер. Молодая красивая стерва, стремящаяся превратить все население мегаполиса в послушных мутантов. Глупо объяснять, что именно эту затею должен с блеском провалить наш славный парень-полицейский. Все начинается с ограбления центрального банка. Наш герой садится на вертолет и влетает на место происшествия. Если мы зададимся вопросом, за что мы любим игру Half-Life, то выясним, что помимо своих прочих достоинств, она была весьма реалистична. Как это ни парадоксально звучит, но, вероятно, многие полюбят игру Sin за то, что в ней все не так, как в реальной жизни. В чем это выражается? Sin — это игра для тех, кто любит почувствовать себя непобедимым, как Бэтмен или незабвенный Спаун. Здесь вы можете запросто ввалиться в комнату, наполненную врагами, и перестрелять их всех в упор, не прячась, ибо ваша броня всегда прочнее, а ваш автомат всегда убойнее и скорострельнее, несмотря на то, что вы только что отобрали его у противника. Однако я сразу хочу предостеречь любителей ураганной тактики. Поскольку нередко действия игры происходят в городе, вам так или иначе придется сталкиваться и с простыми гражданами. Так что прежде чем устроить своим врагам небольшой ад на земле, посмотрите, не заденете ли вы кого-нибудь из нормальных людей. Кроме того, если вы натолкнулись на такого несознательного гражданина или гражданку, то потрудитесь сказать ему, чтобы они шли куда подальше в безопасное место. Оружие в игре, как я уже говорил, имеет настоящий комиксовый вид. Более-менее скромно выглядит разве что дробовик. Что же касается остального, то любым предметом вооружения запросто можно порешить ни одного врага, просто с размаху швырнув оружие в нужном направлении. Правда, до этого, наверное, не дойдет, поскольку враги всегда оказываются достаточно любезны и, умирая, оставляют на месте гибели небольшой склад с боеприпасами. Так что с этим проблем у вас не будет. Если мы проследим всю историю трехмерных стрелялок, то очевидным станет, что герои в них делятся на очень серьезных юмористов. Например, персонаж в Думе, а затем его последователи в Quake были на редкость неразговорчивыми. Начало традиции активного общения со своими врагами положил Дюк Нюкем. И с тех пор пошло-поехало. Не стал исключением и наш Джон Блейд. Периодически, отправив на тот свет десятка два врагов, меньше за раз у него просто не получается, он выдаст какую-нибудь крылатую фразу из области черного юмора. Наш герой носит с собой портативный компьютер, на который периодически приходят новые задания. Задания бывают основные и второстепенные. Для выполнения миссии достаточно выполнить все основные задачи. Враги в игре достаточно умные, но не такие, как в Half-Life. Они также прячутся, но их всегда можно достать. Авторы игры и здесь не отступили от законов жанра, которые гласят: убитый враг должен умирать красиво. И враги действительно это делают. Вот вы разрядили очередную обойму в очередного нехорошего парня. Но он не осел, как мешок с картошкой, а красиво, раскинув руки, кувыркнулся назад. Смотрится, что и говорить. Правда, такие трюки выглядят несколько неожиданно в узких пространствах, но в целом неплохо.
Правда, двигаются враги как-то неестественно. Вот здесь как раз реализм не помешал бы. Не будем подробно останавливаться на графике, поскольку тут мнения немного разошлись. Кто-то говорит, что пейзажи несколько угловаты. Кто-то говорит, что при такой динамике сюжета на графику внимания уже не обращаешь. Позволю себе нелестно отозваться только о взрывах и вспышках. По сравнению с тем же Half-Life, огненные навороты сильно проигрывают. Не сказать, чтобы они выглядели уж слишком плохо, но дыхание не захватывают. Весьма посредственно. В целом, игра довольно неплохая. Правда, я не могу сказать, насколько она интересна в развитии, говоря, что сюжет интересный. Но не буду вас обманывать, сам я ушел крайне недалеко. Но я постараюсь это сделать, чего я вам желаю.